Всем привет! Добро пожаловать в новый блог! Сегодня мы готовим вкуснейший десерт с таких вот прекрасных слив. Что нам понадобится? Сливы, греческие орехи, у меня вот такой вот сыр и мед. Начинаем готовить. Беру сейчас наш сыр. У меня сыр Лимбурген 20. И будем, ребята, сейчас его нарезать. И еще раз разрезаем вот такие вот кусочки, видите? Так. А сейчас я беру нашу сливу, разрезаю так напополам, удаляю косточку, конечно. Так вот. Так. И так, ребята, со всех слив разрезаем. Наши сливы уже почищены от косточек, видите? Я до конца их не дорезала, так они должны у вас выглядеть, видите? Так. Наши сливы полностью почищены, а сейчас мы посмотрим, что делают наши котики Моркотик. А кто ты у нас тут? Наш котик Моркотик в Дриме, передавай нашим зрителям приветики. Ребята, Дрим идет уже спадки, да, Дриме? Ну, эти спадки мы будем готовить. А сейчас я беру любой кусочек сыра и влажу. И смотрите, вот сюда сразу, видите? Так, беру кусочек и влажу сюда. И вот так вот в каждую сливу. Ребята, всю сливу мы наполнили сыром, видите? Вот красота. И сейчас будем к этому сыру сверху вылаживать, ребята, что? Наши орехи. Берем так вот один орешек и вот так, видите, залаживаем сюда сбоку. Вот так вот раз. И залаживаем наши орешки. Ребята, мы уже заложили все орехи. Гляньте, какая красота. Смотрите. И сейчас будем сверху, как говорится, еще медом поливать. Берем наш любимый мед. У меня вот такой мед био. Видите? Вы можете брать любой, какой вам понравится. Открываем. Так. И вот так, ребята, поливаем. Нашим медом заливаем нашу красоту. Так вот. Наш вкуснейший десерт. Так. Ребята, если у вот вас есть вот такая вот формочка для выпекания, видите, я выложила сейчас, ребята, все в эту формочку, чтобы удобно было наши сливы выпекать в наш десерт. Гляньте. Можете тоже использовать такие вот формы. Ставим в духовку. Ребята, я уже поставила, смотрите, наши сливы в духовку. 180 градусов на 15 минут. Все оставляем. Ребята, уже прошло 15 минут, наши сливы уже готовы. Будем их доставать. Наши сливы, ребята, хорошо, смотрите, как пропеклись. Сейчас они немножко остынут. Обалденный запах. И мы будем с вами доставать их, красиво вылаживать. Обалденный десертик у нас сегодня будет. Ребята, такой вот вкуснейший десерт у нас сегодня с вами получился. Я еще раз немножко сверху полила медом. Вы можете поливать, можете нет. Я люблю так. Гляньте, наша слива полностью запеклась. Она полностью сейчас готова. Смотрите, какая красота. Вот такой вот вкуснейший десерт можете приготовить своей семье. А также можете его готовить на любой праздник.
использовать любой сыр, какой вам нравится, друзья. Какая красота, обалдеть. Если вам понравилось мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, а также ставить лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее вкусное видео со мной. А я жду вас в следующем вкусном видео. Желаю вам всего хорошего.